Ребята, я приехал снова по роддомам. Вот сегодня у нас в Санкт-Петербурге роддом номер 10. Ищем лучший роддом для вас. Ну что, пойдемте посмотрим. Может быть, стоит приехать в Питер и родить в 10-м роддоме. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что пригласили. Давайте посмотрим. О, столовая. Это столовая для посетителей, да, получается? Да, это первый этаж, зона выписки. Кафе. Да. Облепиховый сок, морс. Пюрешечка, пончики есть. Пончики. Запеканочка. Очень все классно. Миленько, чистенько. Так, а вот главный вход. Давайте я за вами тогда. Главный вход. И сейчас сразу же пригласим вас на отделение, которое называется «Семейные роды». У вас есть, ну, семейные роды, потом есть ОМС, да? Ну, мы предоставляем общие как платные, так и бесплатные услуги. В зависимости от того, в каком уровне сервиса нуждается наш пациент, он делает свой выбор, по какой программе он планирует рожать. Семейные относятся к категории платных услуг, правильно? Платные услуги. Давайте посмотрим. Это наш приемный покой. Уже 35 лет в наш роддом. В это место приезжают женщины, беременные, со схватками. И вот те, которые госпитализируются на дородовое отделение, принимаем, оформляем, отправляем дальше. То есть в этом году у вас юбилей? У нас юбилей. И есть нас поздравить. Поздравляем. И у вас, наверное, что-то особенное приготовлено в этот год для будущих мам каких-то? У нас каждый год что-то особенное есть для наших мам. Начиная с социальных программ, которые мы готовим только для наших пациентов. И какие-то сюрпризы, конечно же, мы подготовим, потому что у нас есть еще немножечко времени. Будем готовиться к этому к осени. Вот, а сейчас продолжаем жить обычной жизнью. Ну, вот смотрю, ремонт так красиво. Это вот недавно сделали, к юбилею, или это... Нет, нет, нет. Это история, которая уже несколько лет у нас. Роддом действительно за годы работы очень преобразился. У нас есть сотрудники, которые въезжали сюда своими ножками, помогали заносить оборудование. Они работают у нас до сих пор. Это наши замечательные, самые лучшие врачи, санитары. Так что такой вот наш персонал, который здесь испокон веков, можно сказать. И постепенно на их глазах, на глазах наших пациентов росли, расцветали, приукрашались. И люди, которые рожали у нас 10 лет назад, возвращаются к нам сейчас и говорят: о боже, я точно в том же месте. Ну да, нет мраморных полов вот этих вот. Почему, наверное, раньше многие боялись попадать вот... приемный покой, ну, все это выглядело как больница. А сейчас это все что-то радостное, такое радужное, видите, какие цвета, красиво, с радостью сюда приходишь, да? И мамам спокойнее, и папам. Наш главный врач, она очень-очень делает большой акцент на дизайне. Смотрите, какая ресепшн, снимите. Классная, да, смотрите? Вон, искусственный камень, кстати, дорогой камень, видите? Непростая, не стол этот деревянный. Да? Ну, сразу видно ценителя. Да. А вот семейные роды. Так, начнем. У вас так красиво очень. У вас и стиль подходит, вот оранжево-желтый, да? И дизайн. Да. То есть что-то такое космическое, но радостное. Как будто ты в радуге находишься. Да. Да. Посменно встречается наша. Сделаем обзорчик для нашего канала «Умное материнство». Мы очень рады, что вы к нам пришли, нас снимаете, чтобы нас... увидели, да, чтобы о нас узнали. Чтобы не 30 детей в день, да, а 60, да? Великолепно. Справитесь. Мы можем сказать, что 30 детей в день – это, конечно же, большое число рожденных малышей. Но нужно сказать, что бывает горячая пора в роддоме. Так вот, когда лето, и именно жара начинается по термометру, жара начинается в роддоме. Но мы настолько к этому готовы, что у нас вот этот столбик термометра сильно не скачет. Мы все на нейтралочке встречаем хорошо, да, грамотно и уже отработано. Поэтому для нас 10 деток родиться или 30, оно никак не сказывается на комфорте мам, на профессионализме врачей. У нас все всегда готовы, у нас всегда есть дополнительные люди, которые могут прихватить уставшего доктора, который уже там суток продолжает. А скажите, у вас есть такое понятие, как проветривание? Например, кто-то запланировал рожать, например, вот в августе, а вы резко на проветривание встали. Есть такое? У нас есть проветривание ежегодно, как и в любом государственном родильном доме. Мы это делаем. Но мы пришли к такой практике, что во время проветривания родильный дом мы не закрываем полностью. В частности, вот это отделение,
семейная. Это можно его назвать роддом в роддоме. Он абсолютно... давайте немножечко создадим комфорт. Там комната, да? Там родзал, и женщина сейчас в данный момент рожает малышку. Прямо сейчас рожает женщина малышку. Представляете, как круто. И мы вот сейчас здесь идем. Да, поэтому мы постараемся. Так вот, это отделение, оно абсолютно автономно. Угу. И мы можем себе позволить закрыть его в другое время, отдельно от закрытия роддома по УМС. Поэтому те пациенты, которые... А у нас есть такие пациенты, которые хотят рожать именно в десятке, только у вас. Я буду терпеть, я не рожу, пока вы не откроетесь. Есть такие. Для них у нас есть возможность родить здесь. Более того, мы делаем максимально бюджетные программы для тех, кто очень хотел родить по УМС. В этом году они могут у нас, ну, действительно, за смешные деньги. Это... Мы не называем хорошо, это же будет уже реклама, просто у нас, мы сейчас анонсировали программу, придуманную специально для тех, кто мечтал родить у нас по ОМС. Они могут родить на отделении семейные роды, на платном отделении, но за очень бюджетную оплату. Все то же самое, что было бы у нас на пятом этаже по ОМС, только в таких красивых интерьерах, с прекрасным сервисом. Это в случае вот именно попадания вот в этот вот промежуток? Они очень переживают, что они попадут в закрытие роддома. А, я понял. Да, мы им помогаем. А вот именно, а вообще в целом, вот в среднем, ну, все равно какой-то чек надо назвать, то есть от скольки вот, это, минимальный, уже да, вот да. Минимальный прайс семейных родов. Вот я, допустим, экономный отец, хочу. Я поняла, у нас... три вида договоров проходит. Это индивидуальные, начиная от 85 и выше, в зависимости от категории врача. Вот этот договор не входит палата. Мы предоставляем уже по мере поступления женщин в родах и то, что у нас имеется в наличии. Это одноместные палаты и двухместные палаты. Есть одноместные палаты, где санузел в палате, есть одноместные, где санузел, скажем, на две палаты, это одноместные палаты, и есть двухместные палаты, где прибывают две девочки. Также мягкие роды. Это договор, куда входит семейная палата, пребывание с папой или с кем-то из близких, родных. Какой прекрасный родзал. Просто мы находились очень близко, и как раз женщина рожала, естественные роды у нее проходили. И поэтому мы отошли и попали в такую чудесную палату. Смотрите, как здорово. Это ионизатор, да, ультрафиолетовый. Это для мужа, да, получается? Да, это для мужа. Смотрите, для мужа. А муж, ну, находится он все время. Находится во время спада, может находиться здесь с супругой, но если... Иногда спит вот так вот. Как ему будет удобно? А может и поддержать ее, она также может здесь с ним находиться. А когда уже проходит сам весь процесс, папа находится у нас здесь в коридорчике, ну, чтобы... желание, да, он не, допустим, не хочет, не то, что не хочет, а вот как-то переживает. Очень сам этот процесс, он может здесь находиться, но когда появляется малыш, сразу же, на руки, да, прикладывает также маме в грузи. А я слышал, что папа в основном вот, ну, находится рядом, так вот жену обнимает, да, она рожает. Просто с ней говорят, вот как бы с головой, пожалуйста, с головой ее, да? Пожалуйста. Ну, то есть, в основном, либо папа рядом вот находится прямо непосредственно с женой, либо он там, да? Да. У нас бывают папы, которые очень сильно переживают. Знаете, бывает даже, что на шатель приходится, и он... А, прямо вот так вот теряет сознание? Да, и такое бывает, поэтому... Но чем хорошо наше отделение, да, что близкие... Человек может присутствовать в природах. Это доула, это мягкие. А здесь мы говорим сейчас... Сколько времени примерно она здесь проводит? Вот, ну, вот, семья? Значит, смотрите, после родов нахождение 2 часа. Потом уже переводят в палату. То есть здесь буквально немножко побыли, родили, а рожать могут, соответственно, и там, сколько угодно? Конечно, пока не родят. И день, и там, и некоторые. Но... Ну, такого, наверное, нет. Да, я так думаю, что здесь уже поступает с каким-то раскрытием. Это медицинский аспект, я это понял. Не мой, поэтому... Просто да? Моя мама мне говорила, что меня рожала 3 дня. Я вот все они думаю. Все говорят, что рожают 3 дня. Все рожающие, да? Женщины, это даже шутка лучше. Но нет, только двери начинается с того, что вы поймете, что вы рожаете, и придете, скажете мне, что вы рожаете уже 3 дня. Это уже прям...
Ну хорошо. Очень уютно, красиво, и все есть, я вижу. Да, мы создаем домашнюю обстановку. Плиточка такая, шовчики ровные. Да. Затирочка в цвет. У нас даже, видите, как можно создать такое. Вообще просто обалденно. То есть нет такого, когда тепло, да, внутри, то и как бы и на душе тоже. Конечно, конечно. А так, если все было бы, знаете, там белые стены, как вот там сине-белые, там мрамор. Нет, такой, нет, они даже не почувствовать себя, знаете, легко и непринужденно. Да, это важно, настроиться женщине. Конечно, настрой – это очень важно. А чем отличаются мягкие от семейных? От индивидуальных. От индивидуальных. От индивидуальных. Уже мягкие роды, значит, там… Естественно, также входит врач-акушер-гинеколог, акушерка, доула – это психологическая поддержка, вот, ну и включается семейная палата. А почему выбирают доулу? Почему муж не может быть психологической поддержкой? Ну почему? Муж может, но женщина… Вот мы можем задать вопрос точно так же нашей доуле Марине Медведевой. Почему выбирают доул? Да, а не, например, вот, а вот так мужа вот, своего, грубо говоря, который поддержит, скажет там… Здравствуйте. Давай, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. В родах женщине необходима поддержка другой женщины, потому которая что, поймет, как бы, которая поймет, поддержит, которая создаст особый вот этот вот дух пространства. И муж, безусловно, нужен на родах. Это человек, который лучше всех знает женщину, который знает ее уровень ощущений, который знает, когда ей хорошо, когда ей не очень приятно. Но доула – это тот человек, который направит, который организует пространство, сделает его мягким, сделает, выполнит условия 3Т – тепло, тихо, темно, который создаст особое пространство, релакс, создаст тот же самый ритм родов. И в конечном итоге пространство, оно будет работать на нас, на наши роды. Кроме того, не всегда далеко, да, мужчина знает о том, на каком этапе родов находится женщина. Когда она понимает, скоро ли, да, как быстро они продвигаются. А с какого этапа вообще появляется доула в жизни рожающей женщины? Все девочки разные, да. Есть девочки, которые заключают договор на сопровождении во втором триместре. Да, и есть необходимость проработать какие-то аспекты личности, там, поработать с ее тревожностью, с ее страхами перед родами. Мы тоже это делаем. Там, а видите какое-нибудь еще что-нибудь, там, что может быть, там, плод, например, как-то не так лежит, расположен, да? Это тоже… Косвенно можно на это повлиять, не прямыми. Мы не можем, конечно, ну, да, разговаривая, повлиять. Лучше психология, психосоматика, да? Да, да. И здесь хороша такая работа общая, может быть, даже с остеопатом. Работа с остеопатом, работа с акушером-гинекологом. Это будет здорово, когда… Ну, то есть вы направляете, помогаете, например, скажете, так, лучше вот это сделать, этот анализ сдать. Да, в самих родах мы весь первый период родов проживаем вместе. Второй период опускания, сами роды. Период третий, да, когда мы рожаем послед. И еще 2 часа после родов мы находимся вместе, совмещаем малыша и маму, да, делаем первые шаги в этом мире, условно говоря. Налаживаем родовое вскармливание. Это… А можно доулу, например, вот на период пребывания в роддоме организовать, например, вот на, там, на 7 дней, на 3 дня, например, можно ли? Доула с проживанием? Да, вот. Ну. Есть особая такая доула, послеродовая. Да, послеродовая, да. 10-й роддом не предоставляет такой услуги. Мы вот до родов, сами роды, какой-то период. Но если мы здесь, да, и у женщины есть какой-то запрос, да, мы, конечно, зайдем, поможем. Часто нужна помощница какая-то, вот первая, особенно если кесарево сечение, ну, кесарево было. На послеродовый период, вот, да? Прямо в этот же момент, в этот же день. Женщины берут близких родственниц. Это мама, свекровь, сестра, тетка, очень близкая подруга. Обычно это свой круг доверительный, да? И хорошо, если это какой-то близкий человек, потому что, ну это больше про род, да? Как бы принимает малыша, нового человека в этот род. Если это человек обученный специально, то используется реже. Да? Такая услуга может быть. Буквально через одну минутку, через одну секунду вы увидите премиальный номер люкс в роддоме номер 10. Заходим. 1, 2, 3. Залетай. Вот так. Так. Давай. Ну,
уровня отеля 4 звезды. Мы не скромничаем. Здесь действительно хорошо. И что касается сервиса, то кислородные коктейли для мамочек, массажи для ножек. Всегда наш персонал по любым вопросам проконсультирует и неонатологи, и врачи, которые могут оказать помощь мамочке. Всегда. Слушайте, это же моя кроватка стоит. О, смотрите, ребят, это моя кроваточка, солнышко мое. Вот, это мы делали в 2017 году. Смотрите, как хорошо, это еще такой был бортик прямой, видите, комфорт бэби. Вот она стоит здесь. И очень красивенько стоит, да? Вот. Номер, можно сказать, как вот знаете, в Сингапуре, где-то в Лондоне, где очень ограничены пространства в отелях, да, вот примерно вот такого типа и здесь номер. То есть, в принципе, место есть, две комнаты, да, то есть достаточно для двоих, это точно. То есть даже можно, я думаю. Очень красиво. Смотрите, здесь умывальник. Можно здесь тоже помыть ручки. И здесь еще ванная комната, еще один, и вон душевая кабина, и унитаз, вот, и холодильник. А здесь запрещеночка, кока-кола, да? Смотрим. Нет кока-колы. Я думаю, что кока-колу, наверное, не рекомендуется после родов сразу. Скажу смотрим. Больше. У нас нередко спрашивают, а можно ли у вас выпить шампанское, отпраздновать роды? Да. Мы говорим... Ребята, у нас нет сертификата на продажу алкогольной продукции, но если вы маленькую символическую принесете с собой, отметьте, папа не особенно нервничает народа, если он выпьет фужер шампанского, то я думаю, впечатление от роддома, от процессов родов станет только лучше. Только лучше. Смотрите, шкаф тоже купешечка. То есть все, в принципе, четко все есть. Можно и раздеться, сложить свои продукты, взвесить малыша. Здесь у нас тоже что-то можно подгузнички положить, например, да? Света достаточно, телевизор есть, чайник, окно. Вот как раз с хорошим видом, с таким. Вот. Цену точно сейчас сказать не могу в сутки, но через буквально несколько минут мы узнаем, сколько же стоит такой номер. Алла Семеновна, все-таки сколько стоит этот номер? Расскажите мне. Значит, смотрите, у нас есть программа, я вам уже сказала, как мягкие роды, в которые входит семейная палата. Вот. Но если у нас палата люкс свободна, мы можем предложить эту палату в качестве уже с доплатой 12 500. Это за весь... За все время пребывания. Вообще, вот такая палата стоит 42 500. Отлично. А почему все-таки называют палатой, а не номер? Мне кажется, номер был бы как-то... У нас, извините, мы уже, да, я немножечко, скажем так, сбилась. У нас уже идут номера, потому что мы приближаемся и, скорее всего, уже приблизились к пониманию гостиничного сервиса. У нас уже не палаты, просто мы еще не сменили наши таблички, а у нас уже идут номера. Номера. Да. И это подтверждается уровнем сервиса внутри, конечно. Вот. И у нас уже даже наши санитарки, которые теперь считаются как горничные, прошли обучение в специальном гостиничном комплексе. То есть санитары, санитарки горничными становятся. Супер. Пойдемте дальше. Также у нас есть договор «Все для вас». Этот договор, значит... очень такой большой, обширный. В него входит ведение, сопровождение, вернее, личного менеджера, начиная от заключения договора. Вот. И уже когда к нам поступает женщина на роды, тут уже принимает свой менеджер на отделении и ведет индивидуально эту женщину. Значит, в этом договоре специальный родзал, где палата находится. Также мы не можем сейчас показать, потому что как раз там проходят эти роды. Вот, там же находится палата уже пребывания после родов. В этот договор входят специалисты, как по грудному вскармливанию, также входит и диетолог, посещение диетолога, и также лечебная физкультура,
Вот, еще при заключении договора 3 вроде бы, да, посещения специальных занятий. Угу. Какие там занятия у них? Нет. Встреча, 3 встречи с долами. Да. Подготовка полная проходит и к родам, и уже послеродовым периодом. Родились вот только минуту назад. Да, еще рожала девушка, да, как быстро родила сразу же. Ребенок заплакал, ну уже плачет, значит, родился. Можно поздравить первым. Можно поздравить. Поздравляем. Нет, ну, может быть, не 3. Супер. Куда мы дальше направляемся? Спасибо. Все, я с вами прощаюсь. Спасибо вам за прекрасный обзор. Сейчас идем в УМС, дородовая. Делаем обзор вашего роддома, чтобы у вас не 30 детей в день, а 60. Что рождалось. Мы рады, да. Всех принять. Всех принять рады. Очень важно, что в нашем 10-м роддоме введена система администрирования НИО, как в европейских клиниках. У нас администраторы, которые не медики по образованию, это не санитарочка на посту, которая, да, ночью, конечно, ответит она, потому что у наших администраторов полноценный стандартный рабочий день. Но все сервисные вопросы наши пациентки на платном отделении, либо рожающие по УМС, решают с нашими администраторами. Это Ирина Семеновна. Познакомьте нас, пожалуйста, например, с дородовым отделением по УМС. Первое дородовое отделение по УМС. Открыто у нас практически 3 года уже работает. 3 года? Да, новое отделение. Раздвижное. Вау. Да. И тут снова космос. Здравствуйте. 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 Ничего страшного. Берем. Это СОБИ. Это привозят девчонки. Мы помогаем женщинам, да, довозить сумочки, потому что, да, у нас... Ага. Да, чтобы тяжело. А тут уже чуть-чуть другой дизайн, но тоже такой классный, космический, такой весь туннель. Да, все четенько. Смотрите. Главный врач 3 года назад открыли новое отделение у нас. Стены хорошо покрашены. Супер. Палаты. Все палаты от одноместных. Это ОМС, да? То есть это ОМС, но у нас здесь есть палаты люкс. В ОМС люкс, да? Нет, по ОМС есть, но это платные, сервисные палаты. Чуть-чуть доплатить. Для желающих, да, кто хочет более-менее сервиса побольше. Поэтому есть... А чем отличается ОМС люкс от, допустим, вот, семейного там, или индивидуального? Люкс-палата? Угу. А только то, что женщина перед родами и до родом отделения хочет немного отдохнуть. Во-первых, получить полное лечение. Она получает абсолютно все бесплатно по ОМС. Это сервис, только сервис, потому что палата, она находится в палате одна. А, одна палата. Одна. Ну, одна палата и одна. Да, да, там проживает женщина одна у нас в палате. У нее, соответственно, набор всех условий, так же, как практически в отеле. То есть, пятизвездочном отеле. Ну, чуть дешевле получается, да, чем... Конечно. Чем, да, подешевле. Да, и женщина, да, она... Ну, тут 4, например, там, да, там ниже 5. Да, мы можем сейчас... Все палаты у нас заняты, все на сегодняшний день, и ОМС, и это вот палата получается здесь? Нет, это палата у нас, это не палата, это кабинет КТГ, где сделают женщинам уже проходят какие-то манипуляции, уже лечебные. А, уже перед родами. Да, это перед родами здесь проходит. Ну, пойдемте. Вот, палаты практически все заняты, но можем показать. Вот так буквально. Палат. Это у нас акушерский пост. Соответственно, акушерский пост. Да, здесь находится акушерка 24 часа. А, ребят, смотрите, я какое очень важное, так сказать, одно очень важное наблюдение, которое я тут увидел, заметил, то, что все, вообще весь персонал, сотрудники, все довольные, счастливые такие. Я думаю, почему? Потому что они работают в роддоме нового уровня. Это действительно роддом нового уровня. Да. Кому хочется работать, там, не знаю, там, в роддоме 50-го года, да, который никогда не ремонтировался, конечно, все будут унылые ходить, расстроенные. И также и клиенты тоже будут на какой-то панике, там, с лишней неврозностью, тревожностью. Вот, поэтому выбирайте роддом. Вот я лично бы для своей супруги там, в 4-й раз выбрал бы роддом именно по внутреннему состоянию души. Вот здесь ты заходишь, не знаю, как приехал в отель какой-то, да? Да, согласна. 100%. У нас весь персонал на пациента ориентирован. Вот. Мы все ориентированы только на пациентов, на наших. Всех, да, с радостью встречаем всех, все довольны. Давайте пройдем, покажем нашу палату. Есть палаты. Это палата сервисная. И, соответственно, у нас... Называется Коко Шанель, да? Да, Коко Шанель. Все палаты у нас именные. Это идеи нашего главного врача Лады Анатольевны. Палаты все именные женщины.
Всем очень нравится. Алиса, интересно. А внизу просто было написано «палата», а здесь именные почему-то? Так... Ну, вот это одна из идей, я говорю, главного врача, да. Все были, был конкурс, врач, и выбрали палаты. И сюда мы можем зайти или мы... Да, мы можем зайти, нам разрешила женщина зайти. На секундочку буквально. Пожалуйста. Здравствуйте. Буквально секундочку. Как вам нравится здесь? Да, вот это у нас палата. Почему вы выбрали именно 10-й роддом из всех роддомов? Мне просто повезло случайно. Я очень довольна, что я сюда попала. Вы не все знали очень красиво, все очень мило. Нет, я не знала, хотя живу совсем недалеко. Да? Мы в этом роддоме, ну, уже бывали до этого, просто компания кроватками занималась раньше, сейчас приориентировались. Я увидел здесь свою кровать, думаю, ничего себе, ну, вот внизу моя кроватка стоит. Вот, и, то есть, вы выбрали именно по ОМС и здесь. А почему не выбрали там платный люкс там внизу, например, да, на втором этаже там? Я пока здесь прохожу обследование. А, обследование еще, то есть вы да. еще? То есть мне еще рановато. Еще рановато. Потому что я прохожу, да, все очень нравится. То есть пока вы прям живете здесь, да, круглосуточно? Да. И холодильник здесь есть, и все есть. Посмотрите, есть. Туалет. Да. Ну, очень круто, на самом деле, как вот в европейских гостиницах, я могу сказать. Почему же как в гостиницах? Как дома. Как дома? Конечно. А еду кто приносит? Муж? Ну, вообще, на самом деле, здесь хватает еды. Совершенно да? никакой дополнительной еды. Очень хорошо кормят. А, прям приносит сюда? А, или ходить надо? Можно сходить, можно остаться. Здесь кормят, здесь у нас капсульное питание. Сейчас новое видео. Угу. Сейчас посмотрим. Да. И прогуливаетесь, да, по роддому, тоже просила? Там, надеюсь, да. что мне пока нельзя. А, пока нельзя? Да. Желаю вам здоровья и хороших, легких родов. Спасибо большое. Спасибо вам. С кадра пошла. Без любви. Смотрите. Ребят, здесь каждый человек, ну, тут все друг с другом обнимаются. Это вот и позволяет сохранять такую дружественную, радостную атмосферу внутри. Серьезно, я вот сейчас смотрел, я вот никогда не встречал, чтобы в роддомах, ну, советского типа, обнимались люди. Вот, кроме вот встречающих там, да, семейных. А вот здесь все, кто работает, все обнимаются. Это очень круто. Так, мы попали в дневной стационар, да? Смотрите, как тут интересно. То есть здесь увидел тут плакаты мужчин. Мне сказали, что, я говорю, для чего здесь вот эти плакаты? Для того, чтобы гормон счастья вырабатывался у женщин. Вот. Так, куда мы сейчас идем? Давайте идём? Панорамку сделаем, если девушки будут не против. Да, предлагаю вам познакомиться с нашей женской консультацией. Это первая бережливая консультация в Санкт-Петербурге. Welcome. Проходите. Залетаем. Тут зелененький цвет преобладает, оранжевенький. Смотрите, какая лампа. Тут уже другие плакаты. Смотрите, беременные. Арнольд Шварценеггер. Очень интересно. Тут у вас это ваша идея или. Еще до меня. Еще до вас. До меня девчонки творили здесь. Смотрите. Здравствуйте. То есть креатива тут очень много, очень прям. Пойдемте, мы вам покажем главный креатив, главный символ бережливой женской консультации. Да, почему бережливая, кстати? Ну, потому что оборудование позволяет нашим женщинам, система записи позволяет нашим женщинам беречь свое время. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Вот самый главный символ консультации нашей, то, что мы бережем ваше время. А расскажите, как вы бережете время клиентам вашим? Мы бережем наше время о том, что у нас, значит, пациентка, которая приходит непосредственно в нашу женскую консультацию, она в автомате, минуя регистратуру, берет талон, что она идет по записи, то есть ей уже не надо стоять в регистратуру. Угу. Затем она поднимается к нам на второй этаж, присаживается на наши чудесные диваны, у нее в руках, соответственно, талончик с номером, угу. и ожидает, пока на мониторе загорится талончик, значит, ее приглашают. Не надо суетиться, бегать по кабинетам. Не надо суетиться, подходить в регистратуру, стоять в очереди, спрашивать про карточку. То есть это уже подготовлено, карты у нас сегодня. Кстати, если женщина с детьми пришла, то тут есть и комната, да? У нас есть детская комната, да, можно ребенка оставить. Там безумное количество игрушек, там специальный соцработник, который занимается с детками. Видите, как здорово, не обязательно папу с работы подрывать, я хочу консультацию. Нет, не обязательно. Да, у нас есть специальная программа постановки на учет беременных, значит, за 20
максимум 30 минут. Пациентка приходит на прием к акушеру-гинекологу, ей сразу же делают УЗИ, назначают анализы, она в этот же день их сдает, все анализы, и, соответственно, начинает заводить карту уже. Как правило, и в этот же день несколько дней. На самом деле, да, кто рожал, тот поймет. Да, и в этот же день она еще проходит узких специалистов. То есть это вот все за максимум 30 минут. Кстати, ну. Это все идея нашего главного врача. Да. Она очень любит черпать европейский опыт и внедрять его к нам максимально. Да. То есть аналогов, то есть такого, наверное, в Петербурге не нет. Так много, да? Нет. Мы одни из первых. Одни из первых. Инноваторов. Единственные ли, но одни из первых. Одни вот. Из первых это точно. Есть да. роддомы разные. Вот есть там пафосные, есть там совсем скромные, да. А вот этот роддом какой-то передовой такой, да, мне кажется. У нас очень современный. У нас важный момент. Технологический. Мы на самом деле начали отталкиваться всех этих моментов от нашей социальной программы «Многодетная беременная». Мы стали делать упор на многодетных мам, чтобы им было вообще возможно со своими семью детками прийти беременной, допустим, в роддом. Именно для них мы открывали нашу детскую комнату. Потом эта детская комната с процессом развития программы стала доступна для всех. У нас есть социального работника, который следит за всеми детками всех мам, которые приходят. То же самое программа постановки на учет всех беременных. Да. Она берет начало от программы «Многодетная беременная». Многодетную мамочку в приоритете обслуживает веерно по всем врачам за один день, придя со своими семью детками. К примеру, 7 – это уже никого не удивляет. Этой цифрой – это нормально. Многодетность – это бренд Санкт-Петербурга, это круто. Так вот, она оставляет их в детской комнате, многодетная мамочка, да, и проходит всех врачей верно. И так это перешло на просто ОМС беременных наших. Но это же здорово, когда довольными остаются. Да, конечно. А какой у вас LTV? Вот интересно, какой у вас LTV? Ну, то есть возвращаемость клиентов. То есть сколько возвращается снова рожать к вам? Вот интересно. К нам не возвращаются рожать либо те, кто переехали, как правило, либо те, которые попадают на закрытие роддома. Но даже эту проблему мы решили. Да. И сейчас к нам в закрытие роддома уже пришла на нашу программу, пусть она и платная, но наша многодетная мама, она сказала, я готова заплатить вот эту денежку, из бюджета у меня много не заберет, но я хочу родить именно в десятке. Это мой принцип, и я знаю, что я вам доверяю. Питерцы, рожайте в десятке, все будет хорошо у вас. Я гарантирую, что все четко, все проверено. Постараемся. Уровень лучше, чем в европейских роддомах, а американских уж точно. Поэтому и сервис, смотрите, сервис. Все улыбаются, на первом месте клиент, под клиента подстраиваются. Кормят, хочешь, принесут, хочешь капсульное питание. Сейчас посмотрим капсульное питание, кстати. Вот оно, доехало, тепленькое. И... Капсульное питание, посмотрите. Да, это называется капсульное Почему питание. Капсульное? В самолетах все летали. Вот примерно так же вас кормят. Только там одноразовая посуда. У нас это очень дорогостоящий, профессиональный термостойкий пластик. Фирма, которая нам поставила эти комплекты, наборы, она уже около 30 лет на рынке. Мы выбирали очень дотошно и тщательно. Оно противоударное. Долго держит температуру, это очень актуально для мамочек, особенно которые родили, кормят ребенка, отвлеклись подмыть, покормить. Они не могут покушать сразу, они поедят обязательно горячую еду. То есть она не остывает быстро, да? И второй вопрос. Вы запах супа чувствуете в коридоре, как в больнице? Кстати, я не чувствую запаха. Вот, весь запах, он под этой крышечкой. Только поэтому... за запах тепла. Тепло. Да, ощущение тепла, но никаких ароматов еды по отделениям не разносится. Вот-вот. Кстати, ни одна из наших девочек, я отвечаю в роддоме за отзывы, ни одна не писала о том, что у нас плохо кормят. Да, я не готовим спать. Сами, готовим с душой, разливаем теперь уже вот по таким тарелочкам. Шеф-повар есть у вас? Назовем его шеф-повар, да, конечно. По весу, я вам скажу, это не тяжело, это не металлический поднос, то есть маме будет комфортно здесь. 1286 калорий, кстати. Постучу сначала, да? Здравствуйте, еду можно заносить? Можно. Заезжаем прямо так или заносим? Нет, здесь передаем, она подходит, и мы даем дверь. А, в дверь? Давайте, подходите. Здравствуйте. Вот ваша еда, здрасте. Спасибо. На здоровье, приятного аппетита. Вот. Подходите.
Мы канал «Умное материнство», вот делаем обзорчики, и вот вам принесли еды. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Без чесночка. Спасибо. Как просили. О, уже знакомые лица. Здрасте. Приятного аппетита. Все, спасибо. Ага. Все. Тихо. Я хочу здесь работать. Очень рекомендую данный роддом для каждого желающего, особенно из Санкт-Петербурга, из ближайших городов, может быть, из дальних городов, либо из других стран, союзных государств, Беларусь, Казахстан. Обязательно приезжайте к нам, Кыргызстан, родите у нас ребенка, вот побудьте в Питере, мы обязательно к вам приедем. Роддом действительно отвечает всем самым высоким требованиям. Вот. Я был во многих роддомах, и вот этот мне на самом деле, этот роддом меня впечатлил гораздо больше, чем остальные роддома. Спасибо, до скорых встреч. А мне пора за четвертым ребенком. Увидимся!